Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр Герчик, я президент компании Герчик & Co. И сегодня я вас познакомлю с нашей компанией, это для тех, кто не знает, кто я такой или о чем наша компания. Мы профессиональный форекс-брокер и расскажу краткую историю. Я профессиональный трейдер, торгую 22 года и в 2003 году стал управляющим партнером компании, одной из самых крупных компаний в мире по трейдингу Hall Brothers. Я профессионально управлял трейдинговой компанией в больше чем 2000 трейдеров на протяжении 7 лет. С Иваном я познакомился у меня на семинаре, он учился на трейдера, впоследствии стал неплохим трейдером, и в 2013 году мы познакомились поближе и решили создавать брокерскую фирму. Итак, в 2015 году была создана компания Герчик & Co. В первую очередь то, что мы хотели создать, это была компания, которая будет высокотехнологическая и в первую очередь основана на том, чтобы помогать нашим клиентам становиться лучше как трейдеры, становиться более высокообразованным и самое главное дать им все технологические решения. У нас действительно получилось, компании 5 лет, мы считаемся высокоразвитой компанией, мы очень высокотехнологическая компания, это компания с лучшими спредами. Мы с Иваном познакомились с очень сильными игроками на рынке Форекс в 2013 году и по сегодняшний день, что действительно очень важная деталь, эти люди работают с нами. Это наши поставщики ликвидности. У нас одни из лучших поставщиков ликвидности в форекс-индустрии. У нас одни из самых лучших условий по спредам. У нас хорошие программы. И на самом деле у нас очень много нового для трейдеров. У нас есть система риск-менеджмента, которая была придумана специально для трейдеров. У нас есть конструктор алгоритма. У нас есть много-много другого для того, чтобы вы действительно становились более профессиональными. В первую очередь хочу отметить, это наше обучение внутри компании. Внутри компании реализовано очень много для того, чтобы вы действительно обучались и становились лучше. Очень часто, естественно, в форекс-индустрии возникают вопросы по поводу безопасности. Задайте себе один вопрос. Сколько президентов компании вы знаете, которые поставили свое персональное имя как бренд компании? Так вот, наша компания называется Герчик & Co. Меня зовут Александр Герчик. Я действительно знаю, что мы делаем все хорошо, поэтому мы назвали компанию моим именем. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не стали нашими клиентами, становитесь и всегда запомните одну выдающуюся фразу. Выбирайте всегда сильных.